Томаш Нец играл за ЦСКА с 2009 по 2013 год. За это время он провел 109 матчей и забил 30 голов. Несмотря на свою неповоротливость, Томаш классно играл на втором этаже, да и внизу особых проблем не испытывал. Нец забил немало важных, решающих и победных мячей. Мы выбрали 10 самых лучших и представляем их вам. Приятного просмотра! На 10-м месте гол, открывший счет в матче «Спартак-ЦСКА» в полуфинале Кубка России 2011 года. Дача. Опасно. Нецит забивает. Забивает Нецит. 1-0. 1-0. Железный дровосек Нецит. 1-0. На 9-м месте гол в ворота Кубани, забитый в 2011 году в чемпионате России. Уже и сразу забивает Томаш Нецен вторым же касанием. Фантастика! Вот это замена! Ну, Леонид Слуцкий. На 8-м месте, возможно, самый известный гол Нецеда. Победный мяч, забитый Спартаку в чемпионате России 2009 года. Ой, какая грубая ошибка Ковальчука. Она может стоить Спартаку матча. Нецит, удар! Да что ж такое за судьба у Сослана Джанаева-то, а? На 7-й позиции гол Ростову после классной игры в стенку с Аланом Дзагоевым. Этот мяч был забит в 2011 году в чемпионате России. На 6-м месте красивый гол крыльям, забитый в чемпионате России 2010. 8-я минута, и счет становится 2-0, разыгравшийся не на шутку Нерца, вколачивает мяч под перекладину. Пятерку лучших открывает гол, забитый благодаря индивидуальным действиям Томаша. Этим мячом он огорчил Краснодар в 2011 году. Но нет, еще раз. Вопрос о красивом комбинационном футболе. Вот этот абсолютно индивидуальный гол в данном случае нет сюда. На 4-е место мы поставили самый первый мяч Нецеда за ЦСКА. Этим голом он принес победу над Рубином в Суперкубке России 2009. Армейцы сегодня наиграли на массу колен, на массу опасных моментов. И еще один, вот он, этот удар! И этот удар Томаша Нецеда с третьей попытки! 2-1! Ну что ж, Нецед свой гол заслужил. Заслужил его старанием, заслужил его рвением, заслужил его... тем, как он играл. Тройку лидеров нашего топа открывает второй гол Нецеда в ворота Палермо в Лиге Европы. В этом эпизоде Томаш сделал все грамотно и технично. В кураже демонстрирует даже дриблинг. Ложный замах. Посадил на одно место вратаря и покатил мяч действительно издевательски между... На 2-м месте важнейший гол, сравнявший счет в матче против Вольфсбурга в Лиге Чемпионов в 2009 году.
На первое место мы поставили гол Севильи в гостевом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Нецет одним касанием ушел от защитника, а вторым отправил мяч в дальний угол ворот, тем самым открыв счет в том триумфальном матче. Нецет 1-0. Концовка сработала за нас, Таким получился наш топ. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал. Также посмотрите 10 лучших голов Ивицы Олича за ЦСКА. Спасибо за просмотр. Всем пока. В исполнении Олича. Олич подбирает мяч. Удар мяч. 2-1. Да, вырвало ЦСКА победу. Хотя ничего не до конца вырвало, но Олич свой гол забил. И поздравляют Олича партнеры с новорожденным. Совсем недавно сын у него родился, и понятно, кому сейчас хорват этот забитый мяч посвятил.